Здравствуйте! Многие думают, что лишний вес появляется из-за калорийной пищи, которую вы едите в течение дня. Но главный удар, который вы наносите своей фигуре, это еда по ночам. И сегодня я расскажу, как бороться с ночным аппетитом, чтобы не набрать лишних килограммов. Ведь если верить статистике, то 40% населения регулярно наедается на ночь и страдает избыточным весом. Чаще всего вы идете к холодильнику перед сном или среди ночи в трех случаях. Во-первых, если вы отказываетесь от завтрака или обеда. Это гарантированно приводит к обжорству, потому что вы не добираете минимальной нормы калорий днем и наверстываете упущенное вечером. Во-вторых, вы ужинаете на ходу. Сначала вам кажется, что вы наелись, но уже через 3 часа после быстрого ужина чувство голода не дает вам уснуть, и вы бежите за чем-то высококалорийным к холодильнику. В-третьих, вы привыкли заедать стресс, но еда дает лишь кратковременное ощущение успокоения и не снимает стресс, зато остается в виде жира на вашем теле. Такие походы к холодильнику очень быстро приведут вас к лишнему весу, потому что вы нагружаете организм в то время, когда он должен отдыхать. Но у меня есть несколько советов, которые помогут не наедаться по ночам, а значит следить за своей фигурой. Совет первый. Ужинайте за 4 часа до сна мясом или рыбой с легким салатом. А за 2 часа устройте себе легкий второй ужин. Выпейте стаканчик кефира с кусочком цельнозернового хлеба. Это отлично утолит голод и не отразится на вашей фигуре. Совет второй. Когда вы чувствуете голод, выпейте стакан минеральной воды с ломтиком лимона или чашку зеленого чая. Жидкость заполнит ваш желудок и притупит чувство голода. Совет третий. Сделайте обязательный перекус между обедом и ужином. Это может быть стакан нежирного йогурта или любой фрукт. Потому что пока вы терпите до ужина, то нагуливаете серьезный аппетит. И приходя домой, съедаете все, что лежит у вас в холодильнике. Четвертый совет. Вечером после работы примите горячую ванну. Она расслабит вас и поможет снизить аппетит. Совет пятый. Справиться с ночными походами к холодильнику поможет любой комплекс упражнений, который я вам показывал. Тренировка не только отвлечет вас от навязчивой мысли что-нибудь съесть, но еще и сожжет лишние калории. Совет шестой. Прогуляйтесь перед сном. Это отвлечет вас от мысли о еде. Однако свежий воздух может усилить аппетит. Поэтому выбирайте время для прогулки такое, чтобы после нее можно было бы сразу отправиться в постель. Совет седьмой. Никогда не держите на видном месте в холодильнике высококалорийные продукты. Будет лучше, если на самых легко доступных полках в холодильнике у вас будут лежать фрукты и овощи. Такой перекус не так уж страшен. И еще один маленький секрет. Я всегда чищу зубы после ужина, чтобы не было соблазна что-то перекусить. И вам советую делать так же. Уверен, что мои советы помогут вам справиться с ночным аппетитом. И вы уже сегодня перед сном, вместо того, чтобы открыть холодильник и что-нибудь съесть, выпейте стакан воды или прогуляетесь на свежем воздухе. И тогда лишние килограммы не дадут о себе знать.